Это программа «Мой район». Мы сегодня говорим о модернизации работы скорой помощи. Здравствуйте. Здравствуйте. Катя. Вы знаете, как раз Лариса Анатольевна упоминала фельдшера Куценко. Знаете такого? Знаю, но у нас доктор. Он не фельдшер? Что же вы так, Лариса? Доктор, да. Коллегу-то так опустили. Он лишен был лицензии по сценарию сначала, но так как не может жить без скорой помощи, он устроился сначала водителем, и потом, значит, постепенно мой персонаж, моя героиня Ольга Кирилловна помогает ему вернуть лицензию, потому что оказывается, что он действительно... доктор высокой квалификации. Вы только упомяните название. Скорой помощи. Так и называется. Скорая помощь. Наша дорогая скорая помощь, которую снимаем уже шестой сезон. Тут недавно мне позвонил Максим Аверин, сказал, ну, вам еще до нас далеко. Собственно, мы уже снимаем 11-й сезон Склифосовского. Ну, в общем, так приятно, когда мы, актеры медицинских сериалов, дружим друг с другом. Вот. Ну, в общем, нет такого соперничества. Джорджем Клуни не дружите? Потому что он известен именно благодаря сериалу. Знаете, у нас огромные поклонники из Франции. Оказывается, у них пожарники вместе со скорой помощью соединены. То есть пожарник должен оказать первую скорую помощь и, собственно, должен иметь образование медика. И вот они просто фанатеют от скорой помощи. Нам пишут там, мы с вами, мы, в общем, обожаем. А вас консультируют? Конечно. Вы знаете, я недавно реанимировала человека в кадре. Надо сказать, что я просто вот так вот, во-первых, ну, я как бы играла, мне понятно, там рефлибриллятор, вот это током, знаете, когда... Я, вы знаете, сама была просто вся в холодном поту, потому что, ну, как актриса я должна входить как бы в роль, да, вот этот момент, когда от тебя зависит жизнь человека, даже в кино меня просто вот, я не знаю, эта смена была какая-то просто ужасная, поэтому низкий вам поклон всем работникам скорой помощи, потому что от вас зависят действительно человеческие жизни. Я столкнулась со скорой помощью, когда я была просто на грани того, что я не понимала, к кому обратиться. Мы приехали с детьми, это был 2009 год, у меня двое детей, значит, одной младшей 7 месяцев, старшей 16, и мальчику год, ну, полтора года. И прошла неделя после Индии, а в Москве, как это ни странно не звучит, был ротавирус. Была такая вот как бы эпидемия. А потом сказали, ну, понятно, вы из Индии привезли. Но на самом деле это не так. То есть мы неделю нормально были, потом вдруг у старшей повышается температура до 40. Я не понимаю, что мне делать. Естественно, я набираю скорую помощь. Да? Сначала забрали старшую. Ну, через несколько буквально там часов, там, на следующий день у меня поднялось... температуру у малой, у этого мы всей семьей попали в инфекционную больницу. Я, надо сказать, спасибо огромное фельдшеру, который помогал мне собирать вещи маленьким детям, потому что у меня чувствовало, что у меня у самой температура. И, конечно, врачи вот эти, когда 7-месячному ребенку ставят вот эту капельницу, это же ювелирная работа, на которую вообще смотреть невозможно. Вот. Но спасибо огромное. Вот скорая действительно помощь, она так справилась. Спасибо за помощь. Вы же могли стать потомственным врачом, медиком. Да, но мало того, что у меня старший брат гинеколог, да, а мама врач, и, собственно, она всю жизнь заведующей лабораторией была, экстренной лабораторией при роддоме медсанчасти ВАЗа в городе Тольятти. И это интересно, что я все-таки, наверное, я подглядела маму свою, которая была всегда такая строгая, но справедливая. И у вас очень хорошо получилось. Да, очень хорошо, верите, да. То есть верите, да? Я могу сказать... Скажите, знаете, вам хочу сказать, что очень много у меня появилось фанатов, фан-клубы, девочки, которые настолько впечатлены и поступают в медицинские училища, и медицинские институты, и хотят свою жизнь связать со скорой помощью, в том числе фельдшерами очень хотят стать. Полезно. Да, вот поэтому я думаю, что все не зря. Вот видите, Татьяна Николаевна, фактически... Работают на вас. Новые кадры подтягивают.
Вот, допустим, в моей профессии, я, опять же, не знаю, как в актерской, иногда приходят молодые, они что-то знают из того, ну, что люди моего поколения не знают. У вас такое может быть, чтобы пришел кто-нибудь... Только-только из вуза. Пожалуй, нет. Вуза, пожалуй, нет. Они все знают основу, базу так. просто. Угу. А все остальное, в том числе и опыт, нужно наработать. Практика. Угу. Это практика, это угу. большое дело. Они теорию знают. И приходят открытые глаза, они всем верят, а их могут обмануть легко угу. на вызове. Угу. То есть прикинуться, что что-то болит, а на самом деле оно не болит. Это всегда нужно распознать. Вот. У нас много тоже случаев, вот когда хочется поговорить, да, например, да. старым людям. Да. Ну, это тоже бывает, да. Одиноки, да, например, очень. Это же им тоже... Им страшно, те, кто один. Они себе надумывают массу проблем, а когда подходишь, смотришь, все проверишь, а на самом деле ничего такого нету. Человек или просто боится, mm-hmm. или у него действительно что-то незначительное. Это очень часто бывает. А вот что хуже с вашей точки зрения профессиональной, когда человек дотягивает до последнего и не вызывает скорую, ну, думаю, ну что я сейчас там буду людей дергать, или вообще боится... Знаете, это эффект белого халата. Угу. Известно, что давление повышается, когда в белом халате видишь. Или вот когда человек по любому какому-то недомоганию, что-то у него там температурка поднялась или где-то запершило что-то. Ну, любое недомогание, конечно, не для скорой помощи. Но дотягивать до последнего нежелательно. Если у пациента возникла ситуация, которой у него никогда раньше не было, боль в сердце или одышка, или действительно крайне высокая температура, не надо долго ждать, нужно вызывать. И нам проще, и пациенту проще оказать помощь. Угу. И пациент явно останется жив. Угу. Это однозначно. А вот бывает, что оператор отказывает, поговорив с пациентом, и он вот, ну, понимает, ну, ставит, условно говоря, диагноз, что это просто паника или... Нет, оператор не имеет права отказать. Не имеет права. Если что-то его смущает, всегда переведет на консультацию с врачом. Ага. Всегда переведет. Ну, и врач уже определится. Уже вот в этой ситуации может как-то постараться успокоить, конечно, и отказать. Конечно. Но отказать чаще нет. Если человек на эмоциях, то ему отказывать бессмысленно. Он действительно может себя загнать в ситуацию, когда ему помощь будет нужна уже экстренная. Угу. Просто поговорить с пациентом, выяснить уже конкретно что, и тогда будет ясно, ему самому справиться или все-таки будет справляться уже бригада. Угу. Я вот не знаю, как вообще во всем мире, но в некоторых странах я точно знаю, что в реанимации могут отказать с отсутствием страховки. То есть если нет страховки, то не будут первую помощь оказывать. Нет, у нас такого нет. То есть у вас любой человек, даже если у него нет... Даже без определенного места жительства, абсолютно mm-hmm. любой пациент, если нет вообще то никаких ни документов... То есть ни полис не нужно, ни страховки? Нет, нет. Всегда будет помощь оказана. Mm-hmm. В полном объеме, независимо от его статуса. Mm-hmm. А вот в вашей работе вы можете вспомнить какой-нибудь случай, которым вы, как профессионал, ну, гордитесь? Ну, конкретную историю, то, что вот мы были у пациентки на вызове с нарушением ритма, угу. делали привычный ей препарат, новокаинамид, и через какой-то момент мы понимаем, что у пациентки произошла остановка сердечной деятельности. Естественно, полная квартира родственников. Проводили экстренные медицинские реанимационные мероприятия, пациентка осталась жива. Угу. Такие случаи периодически возникают, и ты всегда испытываешь... Ну, полное удовлетворение, то, что ну, ты не зря работаешь. А вот поскольку вы в компании актрис, скажите, а вот врачу скорой помощи иногда приходится включать? Приходится. Приходится включать актрису, да. Что играть приходится? Ну, во-первых, спокойствие. Никогда врач не имеет права показать, что вот он важно, волнуется. Да. Никогда. Всегда нужно быть максимально спокойным, и нельзя суетиться. Нужно делать все четко, быстро и, пожалуй, почти всегда улыбаться. Ну, сейчас маски, а так успокаивать родственников и пациента обязательно. От этого ну, 50% успеха. Если пациент на эмоциях, то ничего не произойдет. Он так и будет продолжать нервничать, давление мы не снизим. Если сердечная какая-то проблема, то боли не купируются. Главное – успокоиться. Это надо поверить врачу. Вот я знаю, конечно. Это что же, врач должен быть психологом. Потому что да. я вот сама на себе знаю, просто когда у меня сердце, у меня было очень у меня мерцалка. Угу. И мне нужно было делать операцию, потому что у меня тромб возник в предсердии. Угу. И я искала врача. Мне сказали, что вот как к духовнику, да, вот духовник. Духовник, может, вот куда тебя потянет, к какому священнику, вот тот может стать твоим отцом, духовником. Также вот врач. Я вот
узнала одного, увидела одного врача, который мне сказал: Лариса, ты живешь на, там, на бочке, на этой самой взрывной. И я, его, я вдруг посмотрела ему в глаза, я ему поверила. Я сама, плановая была операция, сама пошла к этому врачу, и он делал операцию, очень тяжелую. Для меня человек в белом халате уже как Господь Бог. Вот честно, я пытаюсь ему поверить обязательно. Ну, вот так и должно быть. Тому вам и легче. Да. Поправляться. Да. Это хорошо. Поэтому я живу так долго на этой земле. Что ж, спасибо вам за этот разговор. Знаете, Лариса, Катя, вам я пожелаю побольше работы. Таня, а вам поменьше. Ну, это их профессия, они все равно любят свою работу. Чтобы не было вот каких-то тяжелых ситуаций, чтобы выезды вот не были стрессообразующими. В общем, работайте, но работайте с удовольствием. Спасибо. Вам всем троим этого желаю. Спасибо. Работать с удовольствием. Огромное спасибо. И вам тоже, Женечка, дай спасибо. Бог здоровья.